Всем привет! Вы на канале «Отдых с нами. Дальние страны». Сегодня мы поедем на экскурсию в город Железноводск. Обзорная экскурсия от турфирмы «Кавказ». Потому что турфирма «Русь», которая находится в долине Арзанов, где мы проживаем, не осуществляет по четвергам как бы эту поездку. Мы покажем вам Железноводск сегодня. Обзорная экскурсия. Какие места, достопримечательности. Все будет интересно. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Лермонтовский источник. Лермонтовский. Железноводский. Начало экскурсии. Вот такой крутой Железноводск. За свои микрофоны. Недаром этот город называют, помимо маленькой Швейцарии, еще город на ветров и туман на Мальдивы. Но каким он сегодня предстанет перед нами? Ну а сейчас пару слов об этом источнике. Ну, по вкусу водичка очень схожа со славяной, но только чуть-чуть прохладнее. Славяновская под 50 градусов. Кавказа. А вот в прошлом здесь источник назывался не Лермонтовский, а номер. Лермонтовского источника. Парк. Каждый каскад на лестницу нам тут нового называется Железноводск. Улица Новая Швейцария. Тут можно к рыбе штаву и к железной. От первого источника Лермонтова номер один установлен памятник Павлу Лермонтову. Пошли дальше по парку гулять. Экскурсовод сейчас рассказал нам. Экскурсовод фирмы «Кавказ», в принципе, очень хорошо рассказывает. Я покажу вам сам. Просто экскурсовод, который снимает это уже. Дело лучше самим сказать. Тут снежная зима, все в снегу. От Лермонтова источника. Кто еще Лермонтов жил? Вот на этаже квартировал тут квартиру. Я сожил тут. Курорт. Очень курорт. Памятник отдыхающему. С бюветницей в руках. Название бюветница. Тут санаторий имени Тельмана. Пошли дальше. Свою экскурсию проводить. Экскурсовод нам говорит, а я вам повторяю все, так что по экскурсоводу лучше нельзя. Ой, Таня тут селфи делают. Дальше пошли гулять по Железноводску. Пошли начало парка Железноводск-Карельский музей, там храм Покрова Святой Богородицы. Мы были, сейчас свечку ставили за Пушкинскую галерею. Шли начало парка Грабиштау железо. Грабиштау железная, да, вот Таня показывает. Посмотрите, подножие это. Да. Грабиштау. А где он был, железная гора? Там дальше, да? У подножия. Александр Александрович, курсовод нас Кавказа. В принципе, очень эрудированный человек.
этого я не буду его просто на видео снимать, так что может отрывками, грузками, чтобы повторять его слова, ну, как бы слова, что он говорит вам, красоту этого парка показать. Беседка тоже. Чем было заняться в диком лесу? Один домик в пруду. Смартфонов не было. Планшетов не было. Телевидения тоже не было. Взяли, писали. Ну, старые еще ворота парка. Камня желания, загадываем желание. Камень желаний, знаки зодиака и знаки годов по китайскому календарю. Готово? Да. Хотя и водок есть, однако гора кукурузная. Бака. Слушайте, и как? Больница. В какую сторону? По часовой стрелке, против? Ну это правильный вопрос. В какую сторону крутить? Конечно же по часовой стрелке. То есть вот так. Не прямо. Для этого. Знаки зодиаков. Ты опять наверху, нет? Я не пойму, кто из них. Вот он. А вот. Три оборота. Половинка есть. Вот это газировка? Угу. Нет, я думаю, что вверх. Вы ловите, если Сережа, не... ты поднимешь меня? Один оборот. Полтора. Кругом. О, достала. Два оборота. Молодцы. Два с половиной. Три. А газировка которая из них? Да вон он там наверху. Вот это, да? Конечно. Вот это, да? А ты здесь страдаешь много всего. Да все уже. Как все? Я... Понятно, козерог. Там мы за всех крутим. Да, желание загадывается. Тут... Вот это рак, наверное, да? Или краб. Ой, скорпион. А вот скорпион или это рак? Вот рак. Тоже желание загадывается рак. А вот близнецы рак, наверное. Ну. Все уже. Чуть более 40. Это с жителями поселка Иноземцев. А что, он сам, что ли? В самом городе Железноводске около 24 тысяч. Все, загадали желание, покрутили. Давайте. Его, наверное, с двух сторон надо крутить. Стой, с другой. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Давай. Короче. Где они засматривали, что откуда они крутили? Да три раза они сделали. Вот это. Тетка раз. Тетка. Отпустите, тетка. У нас малый маленький коллектив, да? Вот раз открутил он мне. Так они стоят не тутки так. Два. Ну все, будем сейчас. Три раза покрутили. Желание должно быть сбыться. Железноводск. Какое мне желание загадали. Пошли дальше. Музыкальная беседка. Реставрировать ее. Вход во дворец мира Бухарского пошли. Смотрите. Один из входов. Тот дворец. В 1912 году лично для себя строил эмир Бухары. Сейчас здание закрыто, оттуда все вынесено и подготовлено к ремонту. После реставрации, после ремонта обещают здесь открыть отель. На 49 лет компания взяла это здание в аренду. Но под каким названием? В следующий раз приедете, я вам скажу, откроется этот отель. Ну, дворцовый отель. Чтобы отремонтировать, конечно. Открываться. Уже Бухарского.
о том, что нет. Говорит Семира Бухарского. Сейчас санаторий. Эрста Тельмана подарили друг Романову. В 1913 году он подарил Романову. Семья был вхож в читу царей. И подарил в годы Великой Отечественной войны. Был госпиталем, служил. Красиво. Например, дворец Семира Бухарского. Вот. Да, я вообще-то думала, сфотографируешь меня.